Всем привет! Очередная посылочка, очередное видео. Прилетел интересный телефон Leogo M5, но уже я заказал в золотом цвете, дабы показать, какие цвета бывают вживую. Чтобы вы увидели и смогли заказать данный телефон. Ссылочка на продавца будет внизу. Если у этого продавца товара не будет, я вам дам новую ссылку. У тех продавцов, у которых я заказывал. Приходят они вот в такой зеленой коробке. Коробка имеет вот такой непрезентабельный вид из-за того, что наша украинская Укрпочта вот так доставляет посылочки. Вот наклеечка в золотом цвете. Ну, давайте открывать и смотреть, что мы получили. Телефон, слава богу, целый. Но коробка пострадала. В подарок дается вот такой кейс. В подарок дается вот такая вот подставка под телефон. Очень удобно. Для того, чтобы смотреть видео. И стандартный набор аксессуаров. Micro USB, USB кабель хорошего качества. Наушники марки Leogo с гарантией. Не канальные, обычные наушнички на два уха. Обычно дают на один. И блок питания, зарядник. Сейчас давайте я его вскрою и поглядим ампераж и вольтаж данного. Вот так вот написано. Сейчас сделаю покрупнее. Вот так. 5 ватт, 1 ампер. Вот то, что на оригинале. Свидетельствует голограмма. Дальше. Макулатура лежит. Присутствует. Ну, давайте открывать телефончик. И смотреть. Крышка сидит очень плотно. Сейчас я поставлю на паузу и открою. Крышка до того плотно сидит, чуть не оставил ногти, пока ее снимал. Значит, взгляд. Ага, вот почему не открывалась. А тут липучка от динамика. Вот почему она. Молодцы китайцы. Значит, две микросим. Голограмма, что оригинальный телефон. Две пломбы, что телефон не вскрывался. Внизу написаны мои коды. Расширение до 64 гигабайта. Сканер пальца, фотодиодная вспышка и глазок камеры. Батарейка, как всегда, по ГОСТам должна быть заклеена. Так, батарея у нас тоже оригинальная с голограмма М5. И вот техническая характеристика на данное КБ. 2300 мА. Телефон я уже получал, тестировал, интересный. Хочу сделать первый пуск и показать. Не дай бог китайцу, что всегда снимайте видео. И будет вам счастье, чтобы доказать узкоглазым, что они не правы. Включаем. Все, зажегся. Значит, смотрите, корпус металл. Кромочка снята, фаска, смотрите, красиво. Сам он золотой. Правая грань у нас кнопка включения-выключения. Качеля громкости. Верхняя грань у нас 3,5 мм джек. Слева ничего. Внизу разговорной динамики, micro USB для заряда. Впереди камера, датчики и слуховой динамик. Сенсорные кнопки у нас не подсвечиваются. Экран классный. Давайте выберем язык. Мультипульти система. Так, русский. И погнали. Пропустить. Далее. Окей. Далее.
Шанхай хотят. Далее. Нет, спасибо. Пропустить. Окей. Сервисы Google. Дальше проходим. Активируем телефон. Здрасте. Вот у нас телефончик. Интересный, сочный экран, смотрите. Никаких засветов, никаких просветов. Так. Что у нас? GPRS отключаем. Карточки нет, он показывает. Так, дальше. Было раньше. Настройки. По настройкам экран. Так. Уведомления. Отзывчивый динамик. Экран. Классный звук. Молодцы. Звук классный. Дальше. Что есть у нас еще? Из коробки у нас идет прямо 6.0. Модель M5. Версия Android 6.0. Так, что еще показывать вам? Обновление системы есть по воздуху. Ага, он просит подсоединиться к сети, дабы показать, что он... Дальше у нас есть, по-моему, жесты, спецвозможности, субтитры, жесты, крупный текст, высокий текст. Так что, если вам надо крупный текст, и вы слабо видите, пожалуйста, и сразу превращаем в крупный текст. Нажимаем вот так и превращаем в мелкий. Давайте уберу яркость. Чуть-чуть прикручу, дабы вам было видно. Так, а как же сделать? Ну, вот так виднее. Так, так. Шустренький телефон. Смотрите, все работает, все летает. Никаких притормаживаний. Смотрите, сенсор не буксует. Сейчас проверим камеру. Так, камера. Давайте сфотографируем. Так, автофокусировка есть. Фокус. И сфоткали. Камера работает на ура. Ну вот такой сегодня золотой телефон я получил. Смотрите. Вот такой золотой красивый цвет. Гравировочка Lego. Это вот шероховатости все спрятаны под лаком. Сама глянцевая поверхность. Смотрите, сенсор. Ой. Сканер пальца. Фотодиодная камера. Телефон бомба, ребят, поверьте. Купите телефон, будете довольны. Вот такой сегодня телефончик я получил в золотом цвете. И вот здесь будет ссылочка на телефон, который я получал в сером цвете. Ссылочка на продавца будет внизу. Если у данного продавца нету, я выставлю проверенного, можете спокойно покупать. Если есть какие-то вопросы, пишите в обсуждение, я вам все помогу, расскажу, что знаю. Пальцы вверх, спасибо за просмотр, остаемся на моем канале. Всем пока-пока.